ты веришь в Бога? Я его не видел. Как можно верить в то, что не видал? Ты извини, что я тебя обидел, ведь ты такой ответ не ожидал. Я верю в деньги, их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, что был построен прочным. Конечно, твой ответ довольно прост. Ты веришь в счастье? Ты его не видел, но видела его душа твоя. Прости, наверное, я тебя обидел. Тогда у нас один-один, ничья. В любовь ты веришь? В дружбу? Как со зрением? Ведь это все на уровне души. А искренности светлые мгновения увидеть все глазами не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу, но пробки? Не успел на самолет. Твой самолет взорвался в тот же вечер. Ты пил и плакал сутки напролет. А в тот момент, когда жена рожала, и врач сказал: простите, шансов нет. Ты помнишь, жизнь как в слайде замелькала, и будто навсегда померкнул свет. Но кто-то закричал: о боже, чудо! И крик раздался громкий малыша. Ты прошептал: я в Бога верить буду, и улыбнулась искренне душа. Есть то, чего глаза узреть не в силах, но сердце видит четче и ясней. Когда душа без фальши полюбила, то разум возражает все сильней. Ссылается на боль, на опыт горький, включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день, и столько, насколько глубока душа твоя.